Вот я уверен, что даже несмотря на отсутствие оценок сегодня, парни все равно не могут отпустить ощущение соревнования. У Марка Кондратюка этот пыл вообще никогда не утихает. Давайте встречать его на льду. Марк Кондратюк! Марк Кондратюк, ЦСКА, Москва! Тренерский штаб Светланы Соколовской. Ну как вам? Четверной лутц в начале программы. Блестяще, тройной аксель, точно так же. И каскад из четверного сальхова и двойного тулупа. Вот это набор, вот это кураж от Марка Кондратюка. Вот это настоящее мужское фигурное катание. Ну как, понравился вам короткий танец Марка Кондратюка? По-другому и не могу назвать эту программу. Ну что, с дебютом тебя? Расскажи. Как ты себя чувствуешь сейчас? Во-первых, спасибо большое. Чувствую себя неплохо. Чуть лучше, чем 10 минут назад. Что 10 минут назад было? Было волнительно и как-то непонятно, что же будет через 10 минут. Ну сейчас-то ты доволен? Или, может быть, что-то не получилось сегодня? Четверной лутц был прекрасен. Может быть, ты хотел шестерной сальхов во второй половине прыгнуть? Всегда есть над чем работать. И я думаю, после этого проката много есть над чем работать.
Ну, у меня такой... На вращении дорожки. Ну, для начала неплохо. Ну, у меня такой вопрос к тебе. Кто твой самый главный соперник на сегодняшний день? Ответ очень банальный. Я сам. Я сам, сказал Марк Кондратюк, и сам прыгнул 2 четверных прыжка в своей короткой программе. Ждем завтра еще больше четверных, уже в произвольной. Отдыхай, ты большущий молодец, порадовал не только твоих болельщиков, но и нас, людей, освещающих фигурное катание. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, Марк. До завтра.